Фух, ну ладно. Ну, я честно не вижу особых отличий. Извините, если что. Фоторежим не стоит этой покупки. Даже при том, что игра продается меньше, чем это. Ну, обычные игры для PS4. Все равно. На данный момент это не покупка, которая должна быть сделана абсолютно сразу же. Так. Здесь еще. Кратце. Да, вот. Отлично. Еще один. По-моему, так, чуть не провалился. Сейчас будет нормально вообще. Не, сейчас хорошие моменты пойдут. Ну, на самом деле, я вот не могу сказать, что в God of War 3 вот реально много вау-моментов, но игра в целом держит. То есть, нету прям глобально совсем уж глупостей. В целом построено все круто, многообразно. Нету какого-то засилья боевки или засилья платформенной какой-то глупости. Судьи подземного мира. Ох, мы сюда же еще вернемся. Как вы опять же помните, я говорю, в этой игре много таких моментов. Таблички увидите надпись. Тот, кто желает предстать перед судом, должен прежде пройти испытание Эреба. Ну, раз говорите, что Эреба, то давайте пройдем их. Но сначала, да, я обязательно забуду это сделать потом, так что сейчас давайте. О, самое время прокачать здоровье. Приняли нашу жертву, улучшили здоровье. Очень вовремя. Ура. Ну и как раз сферу потихоньку собираем, чтобы прокачать клиночки. Не думаю, что кто-то будет сейчас прокачивать магические способности или предметы. Ну, точнее, кто-то это может сделать, конечно, я ничего против не имею. Первое испытание. Приговоренность. Заблудшие души снедает страх. Им некуда бежать от своих грехов. Сразить все заблудшие души и тех, кто определяет их судьбу. Насколько я знаю, в этой игре пока определенное количество людей не будет превращено вот в эти существа подземного царства. Ну, мертвые души, по большому счету, абсолютно. Это испытание не пройдено будет. Поэтому я, в принципе, вот духа я там побольше превратил. Чтобы уже, так сказать, минимум для выполнения этого испытания был необходим. И можно было уже. Ну ничего себе, длань такая. Подземный. Иди отсюда. Испытание второе. Потерянный. Зачем несчастные души, вернутые в царство Аида, ищут спасения, если они обречены на вечные муки? Сильные. Вопрос, конечно, сразитесь с китающей души, прежде чем они присоединятся к войску Аида. Здесь, насколько я знаю, опять же, тяжело их всех, как бы. Не дать им, точнее, превратиться. Но опять же, надо постараться. И тогда это испытание становится совершенно. Лучше.
понял, в чем суть, собственно. Не дать этим забывшим душам превратиться, присоединиться, точнее, в устой. Так, у нас всего один присоединившийся. Правда, это гораздо лучше, чем их присоединяться. А уж как это удобно. Иди. И на этом все. That's all, folks. Удар Минотавра. Удар Минотавра клинком, вы получите зеленые сферы. Ну, это возвращение. Было испытание третье. Избранный, чтобы войти во врата Элизиума, потребуется не только сила и выносливость. Предстаньте перед судом и докажите, что достойны. Уничтожьте все на своем пути. От философии переходим к чистому экшону. Ну, реально. Я думаю, надо ее схватить, попробовать. Ну-ка. Я надеялся, что она захочет меня заводить камень. Ну, это было. Умная. Умная медуза. Горбоночка. Ну-ка, попробуй, что ли. Ладно, не хочет он, короче, превращать. У нас камень вообще-то... А, вот. О! Я что ли слишком поздно? Окей. Войск Спарты, что тогда? Моим услугам должно быть в таком случае, да, все, готово. Ну, от этого товарища. Так, чуть пораньше. Так, а что это? А, все, готово. Сегодня, конечно, будет сложнее. Сейчас медузинка. Горгоночка. В то же время он полегче, потому что его можно поймать в воздухе вот так. Вот. Ну вот только это. Только у вас двоих вот их хватало. Хотя они по-любому делаем там. Ох, все-таки тыкнул таки своим рожочком. Ох. Да ее надо. Да ее, я ж. Блин, для чего блок-то сделал? Я его нажимал, братец. Ладно, не важно, сейчас. Все. Еще не все дорешено. Друг. Уйди. Короче, да. Теперь уже точно с тобой. Все порешено, дорешено, обрешено по полной. Иди. Ну и все, поздравляю. А. Да, здесь секрет. Но у нас еще нет головы, Гелиос. Великолепная бронзовая статуя девушки. Кратос знает толк в искусстве. Однако. By the gods of Olympus and Order of Zeus, we are the three judges. Face your final judgment, mortal. King Aeacus has found you wanting. King Rhadamanthus has found you worthy. It falls to me, King Minos, to make the final decision. No. Your future is cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Beyond that door waits your destiny. Поехали.
принципе, мы и туда могли бы попасть. Давайте сохранимся. Да-да. Ага. Мне пишут, видишь, у меня один зритель. Это, конечно, грустно. Делать неужели на Ютубе надо? Просто я надеялся, что все-таки в группе достаточно людей, которые заметят за 2,5 часа или сколько там. Видимо, нет, все-таки этого недостаточно. Ни времени, ни, так сказать, оповещения в группе, в паблике. Ну, посмотрим. А может, и у стрима, кстати, кажется, не очень. Хотя я вроде смотрел, там не написано, что оно прям плохое. Три судьи. Царь Минос, царь Эак и царь Радамант судят каждую душу, вошедшую в ад. Те, кто достоин, отправятся в Элизиум. Окей. Композиции. А, горшок с маслом. О, как оп. Реально, ребят, отстаньте. Хватит уже. С нас. Зеленая сфера, кстати, получаем, да. Напомню. Да-да-да, мне усиление. Не зря зеленая сфера. Сейчас еще раз будем получать. Сейчас их как раз получим. Но сначала прокачаем клинки изгнанника на второй уровень. Смерч хаос, L1 квадрат, смерч хаоса в воздухе, L1 квадрат, новый счетчик золотого руна. Таро Нарго, парировав с L1, нажмите квадрат. Да, собственно, можно парировать по-нормальному. Ну что же. Забрались мы с этим зверем. С быком Минотавром. Еще один скрипт, немного как здесь. Ну и сюда заглянем ненадолго. Записка, нацарапанная юной душой. Огонь, крики, мне страшно. Почему отец не защитил нас? Судьи велели мне отправляться в Элизиум. Сказали, что там хорошо. Но я скучаю по своей семье. И это, конечно же, записка дочки Кратоса Калиопы. Если кто не догадался. Не знаю, зачем я сделал особого смысла. Это не... Как спускаться сюда, по большому счету, сейчас? Вроде бы. Если там только секретов нет, то там вроде их нет. Если я правильно помню. Так. Не, здесь реально, ну вот... Я не вижу графически ничего сверх того, что было на PlayStation 3. Вот серьезно, вот реально ничего. Делал бы эту игру намного мощнее, сильнее, чем на PlayStation 3. Father? Calliope? Oh. You are not my daughter. No. But I know who you are. You know of me? They said you would come. Toys, Kratos. Show yourself, Hades. Another one of your tricks. As usual, Spartan. You are gravely mistaken. А и походу не знает об этом вообще. Походу только Зевс знает об этом все. Об этом мастер-плане просто грандиозном.